В Малаховском парке для юных жителей поселка провели новогоднее представление. Организовали праздник управляющие компании, которые работают в Малаховке. На елку пригласили всех желающих. Мы елочками стали, друг друга ветками достали. Два! Новогоднее представление рассчитано на 2 часа. И по традиции его открыла Снегурочка. Впервые устраиваем, мы только в этом году пришли работать на территории Малаховки. На территории городского круга Люберца мы работаем давно и устраиваем такие мероприятия ежегодно. Только в этом году на территории городского круга Люберца мы провели 12 подобных мероприятий. В программе выступления сказочных персонажей, конкурсы, загадки, танцы и зимние развлечения. Мне все нравится, все так красочно, прикольно, прикольные задания. Вот тут сосульки, когда показывали, я там принимал участие. Вот сейчас мы тут в паровозике ходили. Настроение хорошее, праздничное, новогоднее. Очень нравится эта игра. У нас в школе почему-то не было елки. Вот я очень хотел попасть на елку, наконец-то попал. Очень рад. Организаторы праздника, управляющие компании «Наш дом», «Жеосервис», «Мужеп» и «Теплолюб». Мы пригласили всех желающих, мы разместили приглашения в социальных сетях, на подъездах, на квартирных домах, в образовательных учреждениях. Мы пригласили фонд «Счастье рядом». Для всех детей организаторы приготовили подарки и сладкий стол, печенье, конфеты и горячий чай. Алексей Абрамов, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.